Каждое посаженное дерево памяти героя, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Саров вновь присоединился к всероссийской акции «Сад памяти». Ежегодно зеленые памятники высаживают во всех российских субъектах, а также за рубежом. За время проведения масштабной экологической акции в ней приняло участие свыше 5 миллионов человек из более чем 50 стран мира. 6 саженцев вишни и яблони, а также 55 кустов барбариса и спиреи волонтеры Победы высадили в сквере на Октябрьском проспекте. В организации акции в Сарове ежегодно принимают участие городские службы, предоставляют саженцы и привозят их к месту высадки департамента городского хозяйства и дорожно-эксплуатационное предприятие. В акции мы давно участвуем как единый трудовой механизм. Помогает нам в этом ДЭП. Привезли саженцы. Естественно, мужчины, скажем так, копают, сажают непосредственно сами деревья. Кустовые растения доверили девушкам департамента городского хозяйства. Главная цель масштабной эколого-патриотической акции – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы войны. Появление таких зеленых памятников решает также задачи сохранения и восстановления лесного фонда и позволяет участникам акции снижать свой углеродный след. Мы стараемся привлекать и среди участников волонтеров Победы и молодых людей, чтобы они к этому приобщались. Недаром есть такое высказывание, что мужчина должен посадить дерево, да, но в нашем случае не только мужчина это должен делать, но и, естественно, любой гражданин. Первый раз принимала участие в такой сложной деятельности. Это было очень тяжело, но это очень сплоченное дело. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.